Всем привет! Exit LX уже в практически ставшей традиционной рубрике «Выжившие», ну или как-нибудь типа того, или как-то так. 60 тысяч пробега. Люди, конечно, поднасрать успели. В остальном по салону, в общем, никаких вопросов, предъяв, проблем нету. Предъявы, проблема одна. Я не знаю, будет слышно или нет. Он на кнопку реагирует, щелкает. Но при этом вообще ничего никуда не происходит. В центральном мониторе я не нашел управления кондиционером. В остальном прекрасная маркиза. Машина замечательная, хорошая и приятная. Хочется верить, что... О, лампочка, кстати, одна загорелась. Но это стекло, да? Это подогрев стекла. А вот кондиционер не включается. А подогрев стекла включается. Подогрев сиденья включается. В общем, непонятно. Кондиционера нету. Хорошо, что у нас серая серость. Не душно, не жарко. Можно ехать и без кондея. А в целом, как и говорю, машинка хорошая. Других претензий в этот раз нет. Он тут немножко подсказывает, я решил попробовать. Что случилось? Включить кондиционер. Извините, я не могу помочь с этим сейчас. Пожалуйста, попробуйте чуть позже снова. Ну, как-то так. Я попробовал уже второй раз, как вы поняли, когда нашел эту фичу. Видимо, какая-то реально проблема с самим блоком кондея. Машина его, получается, не видит и не понимает, что с ним делать на уровне компьютера управления. The next day. Что я могу сказать, что удаленное охлаждение сработало, действительно работал кондиционер, но после того, как машина переходит в аренду и заводится, кондиционер не работает. Что-то техники накосячили с техникой. На этом, я так полагаю, уже точно все. Все претензии к Exit LX с пробегом 60 тысяч снимаются. Он крутой, техники, видимо, немножко косоруки. Но вы можете попробовать.